честно, я хотел совсем по-другому начать это видео. Мы переезжаем через 2 дня. Сегодня анонс самого переезда. Это все вещи не наши, потому что к нам в квартиру заезжают тоже люди, наши друзья. Мы съезжаем, они заезжают. Вот вчера они уже эти вещи завезли. У меня была съемка детского праздника. Я хотел видео сделать по-другому. Я хотел попрощаться с террасой, сесть, погрелить мясо, рассказать вам, что мы переезжаем, но я не успел. Так что в таких вот условиях сейчас надо пить кофе. Так, ладно, мы сядемся на кухне, с вами поговорим. Так, вы не подумайте, я там не газанул насчет условий, что там кошмарно жить. Как у нас все получилось? Мы съезжаем 30 числа, должны были, ну, вот квартиру освободить. Как в Германии происходит? Ты квартиру берешь полностью пустую, просто покрашенные стены, нету ничего, ни кухонь, вообще ничего. Есть только унитаз, раковина, все. Ну и даже лампочек нету, пустая, без мебели. И также мы должны были все вывести, сдать квартиру владельцу, он пришел, посмотрит, что все окей. Ну, у нас как бы все и так окей, потому что мы не сверлили стены, мы ничего не вешали, потому что телевизор мы поставили, ну, как-то вот в эту квартиру. Ну, так получилось. На старую у нас телевизор висел на стене, и там много чего было просверлено, здесь нет, мы как бы все великолепно. Мы... В чем проблема была? У нас контракт был заключен на 2 года. И просто так съехать нельзя. Типа, если даже захотел, вот так как Оля нашла рабочее место в другом городе, это не является поводом. Типа, вы уезжаете, но за квартиру платите. Или найдите, кто заедет сюда. И так подвернулось, что наши друзья, они тоже искали квартиру. И как раз мы предложили, давайте мы уезжаем. Квартира-то большая, вы тоже ищете, у нее тоже большая семья. Вы заезжаете. И она, да, все. И вот, класс. Мы это сказали владельцу. Владелец, великолепно. Говорит, мне главное, чтобы кто-то там жил, ну, как бы все хорошо. А в итоге мы договоримся вот до конца июня. Типа 1 июля мы уже на другой квартире живем, 30-го уезжаем. И наша подруга, у нее такая же ситуация. Ровно в эти же даты она должна была покинуть свою квартиру и переехать на нашу. И поэтому получилась такая небольшая несостыковка. Она не сказать, что там это какие-то неудобства, это просто, да... Психологически тяжело, потому что ты должен думать, как это и завести одну квартиру сюда, и потом еще вывести. Но в итоге вот уже справляемся. Вчера квартиру они практически свою все перевезли, поставили у нас в зале и на террасе. Места хватило, что удивительно. Алена, я поражен, как это сюда все влезло, потому что я тебе первый раз помогал с переездом. Это, по-моему, там было вещей побольше. Так, ну а что нам осталось? Коридор. Уже все нами убрано. Ванна там по мелочи. В нашей комнате шкаф уже продан. Все, остались только вещи. Вот это перевозим. Ну, вот это все надо забрать. Кровать я, конечно, разберу. Тумбочка. В детской тоже разбирается кровать. Стол. Вот это, наверное, будет самая большая проблема. Это будет разобрать стол, потому что я его чуть собрал. Это икеевский конструктор. И вот разобрать его, собрать потом будет очень большая проблема. Так же, как я людям, мы продали шкаф. Я его разобрал детально, как бы, ну, практически, но болты оставил, подписал, что где. И они приехали, говорят, нет, болты надо все подоставали. Я говорю, где вы поймете потом, где какой болтик? Ну, сказали, все, справимся. Так, ну, вот этот шкаф, мы не знаю, даже, может, наверное, разбирать и не будем. А так и занесем его. Как бы фронт работ небольшой, 2 кровати, стол, все, потом носить. Телек уже упакован, тумбочки. А, ну еще из террасы надо будет забрать стулья. И как шкафчик такой. Так, тут уже все. Нет прохода. По поводу рабочей силы, я думаю, проблем не будет. Во-первых, у меня брат, он сейчас спит пока. Вчера из Берлина приехал. Серега приедет, мой товарищ, кореш. Ману, тоже мой товарищ, кореш.
кореш, друг мой немецкий. И вот мы четвером, машину мы берем в аренду большую. Там была Ивека, как бусик мы взяли, по-моему, даже, которая вот опускается задним бортом. Я не знаю, как это называется. Сегодня видео вот это именно анонс, что мы готовимся к переезду. Сам переезд я тоже буду снимать. Мы машину берем в Магдебурге. Но это все в следующем видео я расскажу. Я возьму с собой GoPro-шку, мы поедем, возьмем машину. Я расскажу, сколько это будет стоить. Покажу, как мы загружаем, как мы заезжаем, сколько нам дорога обойдется, тому все подобное. Переезжаем мы в Бюнде, это земля НРВ. Это порядка, по-моему, 200 километров от нас. Я сейчас скажу точно вам, чтобы не сифонить. 182 километра. Это от нас. Славный городок, мы там уже много раз были. Вы тоже, наверное, видели в каких-то видео, я показывал. Ну, вот так. Я сейчас допиваю кофе. Бужу брата. Сейчас машиной пару вопросов надо закрыть. С моей там резину подъедает. И у нас будет переезд. Я не знаю, радоваться этому. Ну, да, мы второй раз в Германии переезжаем, но первый раз это было локально, здесь по месту. Мы просто в городе с одной улицы переехали на другую. Сейчас мы переезжаем полностью в другую землю, в другой город. Я думаю, да, я надеюсь, я верю, что все получится без каких-либо проблем. Ну, хотя проблемы всегда какие-то интересные возникают. Ну, там уже посмотрим. Так что спасибо, что посмотрели. Короткий анонс был того, что мы скоро переезжаем. Ну и через 2 дня у нас уже сам переезд. Там все и расскажу. Все, всем пока.